Хей-хей, ты на канале Пикей. Меня зовут Паша, и я рад видеть тебя на своем канале. В прошлой серии мы решили сыграть на втором зимнем сервере. Пока ждем, пока кто-то нам продаст молоток на седьмом сервере. В общем, заспавнились мы в Калиновке, что над Североградом. На удивление, пока мы лутались, у нас не было конкурентов. Это позволило нам полностью пролутать Калиновку и начать лутать Североград. По пути мы даже нашли чей-то труп и неплохо залутались. А спустившись в Североград, мы первым же делом решили пролутать школу, так как говорят, что там лежит топ-лут. Но, видимо, нас все же кто-то опередил, потому как мы абсолютно там ничего не нашли. Тогда мы отправились лутать сам город. На удивление, весь город был закрыт, и ни людей, ни зомби я не встретил, что и позволило мне спокойно лутать город. Но уже где-то в конце Северограда я все же встретил выжившего. А если интересно узнать, чем эта встреча закончилась, то открывай и смотри мое предыдущее видео. А я перехожу к новой, 59-й серии. Давайте начинать, погнали. Так, народ, пока я нашел продавца на молоток, я решил немножко побегать полутаться. В планах сегодня у меня попробовать найти новую секретную военку. И не просто найти, но и облутать ее. Но где она находится, я не знаю. Единственное, что я знаю, что она расположена где-то вдоль берега. А где именно, нет. Поэтому мне придется бежать не маленький кусочек карты. Ух ты, коробка изоморфов. Не зря залез. Так, на что? На дробовик. Возьмем. Но, к сожалению, пока у меня нет ID с изоморфным магазином. Так как я сейчас нахожусь рядом с Березино, то путь мы будем проходить через Нижнее, Солнечное, Электро, ну и надеюсь дальше. Так что погнали. И тут что-то есть, ни хрена себе, и тут изоморфы. Вот это да. Вот это вообще отлично, ни хрена себе, две вышки. И там изоморфы, да ни хрена себе. Так. Давайте распакуем, посмотрим, сколько патрончиков у нас. 6 патрончиков. Ну, неплохо, неплохо. Так, у меня как раз с собой есть винчестер. Дэмэджд винчестер. Давайте сразу его зарядим изоморфами. Блин, надеюсь, они работают. Да, 3 изоморфа осталось. А то один раз у меня с ними произошел казус, конечно. Думаю, вы все помните. Поэтому наступить на те же грабли не хотелось бы. Надоело мне бегать с черно-белым экраном, поэтому волью себе физик. И снова игра засияла для меня новыми красками. Жесть. Я несколько дней бегал с черно-белым экраном. Для вас-то я еще повышал насыщенность, а сам бегал с черно-белым экраном. И наконец-то вновь все стало цветным. Блин, как же приятно. Саму Березину, как вы уже поняли, лутать я не буду, поэтому сразу начну с Нижнего. Есть несколько домов, давайте их пролутаем. Кровосос стоит. Ну и где-то здесь петушок. Вот ты где. Ух ты, еще один ножак 43-й. Но у меня уже есть, спасибо. Поэтому этот просто выкинем подальше. А вот и деревня Нижняя. Давайте лутаться. Рубаха. Да нет, спасибо. Началось, да? Спавн рубашек и курточек. Аккумулятор для грузовика. Так, швейный набор, да? Отлично. Хорошая находочка. Так, платьечко. Ну, пустое. Так, кроссовочки. У меня, собственно, запасного, по-моему, ничего и нет, да? Давайте возьмем пока. Книжечка. Давайте повырываем листочки. Меня тут нет. Еще один автомобильный аккумулятор. Так, надеюсь, он нас не спалило. Книжка. Опять, но мне не нужна уже. Листочков у меня уже много. Да, к сожалению, деревня Нижняя оказалась совершенно пустой на лут. Ну что ж, тогда погнали в Солнечный. Так, помнится мне, там наверху хороший военный лут спавнится. Это, конечно, опасно и палевно, так сказать. В принципе, можем попробовать рискнуть. Так, что-то мы не можем запрыгнуть. Твою мать.
Давай, баба, прыгай. Наконец-то. Да, блядь. Это из-за того, что дождя нету, блин. Все зомби нас палят, пипец. Куртка санитара и пустая хирургическая маска. Да. Погремело, погремело. И солнышко выглянуло, и все. Теперь все зомби в округе знают, что мы здесь. И как спускаться теперь непонятно. Просто рубаха. Да фак. Не гоните, пожалуйста. Да ё-моё, а где военный лут? Ладно. В этот раз, значит, не повезло. Обидно. Главное теперь аккуратно спуститься, чтобы нас зомбари не спалили. Да, как и лута у вас тут, собственно, тоже. Упс. Блин, совсем ничего. Да как так? Военная палаточка. Ну, как назло, она сейчас пустой будет, да? Ну, конечно. Ну что, могло быть как-то иначе, да? Так, тут вроде все закрыто. Надеюсь, и вуд будет. Так, рюкзачок, но пустой. Тоже ничего. И тут ничего, да, пипец? И чё я такой везучий? И куда, интересно, вся моя удача девается? Наверное, на то, чтобы выбраться из любой передряги, да? Другого объяснения я не вижу, ребят. Потому как будто, ну, реально нет. Давайте еще варючки глянем. В них частенько что-то бывает. Тоже рубашка, да пипец. Блин, зомби рядом очень. Фак, так, уходим. Вроде не спалил. Вот, вот именно на вот такие моменты, скорее всего, удача у меня вся расходуется, да? Чтоб меня зомби не спалил, чтоб я ничем не заразился. А вот тебе и нахрен не нужен. Так. Мне это не нравится, что, блин, когда выходишь в прицел, текстуры очень поздно прогружаются. Это очень хреново. У тебя есть доли секунды, чтобы выстрелить, а текстуры такие... Да не-не, подожди еще чутка, да? Мы еще не готовы. О, а этот корабль я помню. Мы там были. Ну, кстати, вот мы там совсем не нашли. Так, солнечный, 1 километр. Погнали. Ух ты, а это что такое? Какой-то магазинчик. Странный магазинчик. Не магазинчик, а СТОшка. Короткая палка. Так. Короткую палку можем взять. Может пригодится костырь разводить. Или еще что-то. Какая-то СТОха. Понятно. Так, ну туда бежать я не буду. Насколько я помню, лута там нет. Поэтому погнали сразу в солнечный. А оттуда вы уже и дальше пойдем. А то я все очень хочу попасть в электро, да никак не могу. То заболею, то зомби загрызут, то с голоду сдохну. Не фартит мне что-то на электро. Блин, нам бы тачку собрано найти, а? Вот это была погоня. Сейчас бы сразу по всему берегу проехались бы. Так, еще один пиджак и тоже пустой. И какахи нам подсунули тут.
Каннабис. Надо брать. Даже говорить ничего не хочется. Так, кажись, нож или мачете, что это? Тесак. Тесак. Давайте возьмем. Нихера он место занимает. Так, вроде бы двери закрыты. Это уже хорошо. Тетька, ты меня не видела? Давайте смотреть. Пусто. Пусто. И пусто. Да. Ну вот что ты будешь делать? Шапочка. И бушлат, но пустой. Так, что это, химикаты или садовая известь? Давайте посмотрим химикаты. Так, а есть у меня грелка? По-моему, нет, да? На зиме была, а тут, походу, нет. Сколько она места занимает? А, немного. Тогда возьмем пока. Сколько она весит? 1 килограмм. Туда не страшно. В принципе, 1 килограмм. Это нормально, можем взять. О, новая панамочка. Уф. А вот это уже отлично. И также не забудем крючок перецепить на новую панамочку. Супер. Авиаторы. Нет, спасибо. Че, и тут ничего. Нет, есть булава. Ну, блин, что с ней делать? Да и место, посмотрите, сколько она занимает. Не буду брать, не буду. Могу, конечно, вместо ковуна взять. И потом просто попробовать группировкам продать на трейде. Еще одно платьечко пустое. Кастрюлька, так. Маленькая кастрюлька. Но запасная кастрюлька всегда должна быть, поэтому берем. Надеюсь, внутри их нет. Так, бинтик. Бинтик — это хорошо. Берем. Но нам нужны лекарства. Нужен морфин, адреналин. Антирад, антитоксин, противовирусное. Этого нам очень не хватает. Так, штаны санитара. Ну да, но они пустые. Все, уходим. Все, солнечный подошел к концу. Погнали в следующий город. Так, какая-то мини-деревушка. Листы металла. Это нет. Жаль, конечно, что на этом сервере нельзя ломать только модовские постройки. Если б еще и дидоски нельзя было ломать, то я бы уже давно построил бы себе базу. Так как топорик, пила, гвозди у меня уже все есть. А модовские ворота, к сожалению, топориком не построишь. Очень жаль. К сожалению, там нужен только молоток. Поэтому все упираются в него. А как назло, он спавнится только в родзоне. А химзы, как вы знаете, у меня нет. Поэтому единственная возможность обзавестись молотком, это у кого-то купить. Но, к сожалению, все жадные никто не продает. Хотя был один человек, который мне предлагал молоток за 1 миллион чернорублей. Но, как вы, наверное, уже догадались, я его послал куда подальше. Смотрите, на что я наткнулся. Да это ж чертов мост смерти. Ну его нафиг, ребят. Лучше обойду его стороной. Второй раз я на эти же грабли не наступлю. Так, прямо будет деревня. Ну, насколько я помню, там куча мутантов и зомбарей. Поэтому я сразу лучше ее обойду поверху. А то помню эту деревню. На 4 дома, 2 кровососа и злом и 15 обычных зомбарей. Ну его нафиг. На них патронов не напасешься.
Ух ты, мы уже добежали до Камышева. Отлично. Давайте пролутаем его. А там уже и до Электро рукой подать. Хлопья. Можем сразу похавать. Отлично. Так как они занимают много места. Только, блин, много воды не хавают. Что? Сгнил кусок мяса. А мы из этой воды попили. С гнилым куском мяса, блин. Давайте, знаете, что мы сделаем? Мультивитаминку схаваем. По идее, заболеть не должны. Но, ну его нафиг, ребят. Камышево, блин, почти все открыто. Видимо, все-таки недавно тут кто-то был. А может, даже и сейчас есть. Так что будем смотреть в оба. Так, опа. Бутылочка с водой. Отлично, смотрите, как снизу повесилась. А куда она повесилась? На что вопрос? На поясную сумку? Ух ты. Прикольно, не зря я ее все-таки нашел. Так, сухое молоко тоже можем взять. Только его также лучше есть сухим. Так сказать, с водой не разбавлять. Кстати, у меня теперь вопрос. Если из игры вырезали скотч, как делать самодельный глушитель? С изолентой и скотчем или как? Или теперь уже совсем нельзя сделать самодельный глушитель? Так, белый петушок. Отлично. Так, хватай, хватай его быстрее. Так что, если знаете, как сделать самодельный глушитель, обязательно напишите мне в комментариях. Перчик. Перчик, это хорошо. Берем. Электро. 3 километра. Ну что, долутываем оставшиеся дома и погнали. Кроссовый шлем. Это не то. Так, давайте-ка мы сварим все мяско, чтобы оно у нас не испортилось. Блин, столько мяса испортилось, да пипец. Вот это обида обидная. Жаль. Очень жаль. Все, халява закончилась, что сказать. Бушлат, блин, пустой. Ух ты, блядь. Вышел, называется, с сарая, блядь. Хорошо, хоть там обрыв не в ад был. Да. Ну, мы теперь подпромокли, конечно. Блин, я вчера, конечно, на втором сервере нашел лута, блин, больше, чем здесь, наверное, раза в 3. Комфорочка. Да, badly damaged. Но если найдем газовый баллон, уже не придется заморачиваться с костром. Так, обжимной станок. Тут есть что-нибудь? Ничего, да? Так, лестница еще выше. Давайте посмотрим. Ну и тут ни хрена. Эх, жаль. А он еще и декоративный. Понятно. Все, Камышево закончилось. Погнали в Электро. Еще одна пила. Престин, престин. Так, а в каком она состоянии? 94%. А наша... 80, значит, берем вот эту. Отлично. Можем, в принципе, пока и эту взять. Не знаю, возможно, я кому-то ее продам. Все-таки пила относится к стройлуту, а стройлут дорого стоит. Поэтому не взять ее было бы глупо. И вот уже Электро начинается. Погнали скорее лутаться. Ух ты, 4 зомбаря. Блин, здесь зомбарь. Так, как же мне подойти? Да ё-моё, сколько тут зомбарей. Комплект для сбора крови. Так, мы же из нее грелку можем, да, сделать, по-моему? Давайте проверим. Точно, можно грелочку забацать. Давайте делать. Ну, ворновская, ничего себе. Прям новенькая. И набора еще осталось до хрена. Так, ну военочка же вряд ли вон там будет, правильно? Тем более не вижу там никакого корабля.
А там огромная военочка. Давно, однако, я в Электро не был. А на неудах так вообще ни разу. Так что, надеюсь, оно не разочарует меня с Вутом. Так, часть экзоскелета. Ни хрена себе. А куда же ее взять? Так. Куда ж тебя положить-то? Слушайте. И рюкзак битком забит. Ну, кое-как вроде уложил. Погнали дальше искать. Так. Садовая известь уже. Свитер, но пустой. Рубаха, но пустая. Да ё-моё, сколько зомбарей. Да, пипец. И тут, и там. И сюда идет, да? Да ё-моё, тут дядя, там тетя. Куда ни пойди, везде куча зомбарей. Чё-то это не Электро, а зомбиленд какой-то. Пипец. И тут, и там. Откуда столько их, непонятно. Так, ну в корабль я не пойду. Смысла не вижу. Скорее всего, так же, как и в остальных кораблях, вот они нет. Да, зомбари тут, конечно, жопой жуй. Ушлад, но пустой. Панамочка, но нет, спасибо. Зомби на крыше, ё-моё, да сколько тут, их как будто клонируют, смотрите. Жесть. Там две близняшки, тут два близнеца. Да. Что это? Штаны медика и тоже пустые. Да фак. Да какого хрена? Когда уже лут в них будет? Так, чертёж экзоскелета. А неплохо. А неплохо. Чертёж есть. Одна деталь есть. Слушайте, может начнем с вами собирать экзоскелет тогда? Или лучше продать их? А денежки в базу пустить? Блин, не знаю. Так, петушок где-то. Ой, беленький. Вот это да. Отлично. Отлично. Так, что-то есть. Очень напоминает баночку бобов. Тушеные бобы. Точно. Отлично. Ух ты, колоночка. Так, колоночка, колоночка. Давайте сразу наберем водички. И снова рубаха, и снова пустая. Так, полицейский участок. Давайте заходить, смотреть, что там. Блин, внутри ходит. Фак. Как где именно, не пойму. Наверное, выше этажом. Фак. Так, прессовский броник. Она что, не заметила нас? Серьезно? Но я брать не буду, потому как там 24 слота, а у нас 84. Броня там так себе. Так. Ну, не заметила, это уже хорошо, конечно. Надеюсь, она тут одна.
Походу еще выше зомби есть. Возможно, по балкону ходит. Так, скорпион. Да нет, спасибо. О, охотничьи ботиночки. Отлично. Так, одеваем сразу. Так, а наши бы взять, но они пипец сколько места занимают. Надо подумать, куда их взять. Они просто как две пилы занимают место. Ну давай, допустим, комфорку я выкину. Есть, смог поместить. Отлично. Все, погнали дальше. Отличные запасные ботиночки есть. Белые, конечно, но они хорошие. А мы наконец-то перестали сильно выделяться. Так, где ходит зомби, не пойму. Но здесь нету. Так. И тут нету, ладно. Так, а вот есть. Вот и нет. Все, уходим. О, удочка. Удочка это хорошо. Так, давайте тогда одну пилу выкинем. Вот так, отлично. Две пилы мне точно не надо. Так, что это? Ой, мишка есть. Ну, пустой. Ну, сейчас возьмем. И футболочка. Футболочка не надо. Так, мишка, мишка, мишка. Нет, давайте вот ненужные кассеты положу. Так как я все равно буду проходить, скорее всего, мимо трейда. Удочка, это хорошо. И повышаем навык рыбалки. И можем и нож выловить, и ботиночки, и еду себе. Это просто замечательно. Из-за синего дыма непонятно, где я, блин, и куда мне идти. Мешок, так, мешок, мешок. Давайте его разрежем. Помидорчик. Так, слушайте-ка. У меня есть кирка. Так что давайте-ка мы вырежем семена с помидорчика. Возможно, я потом сделаю грядочку. Одно могу сказать про электро. Тут очень мало лута. Зато очень много зомбарей. Уже облутал, наверное, домов 70. А из лута одно говно какое-то. Зато возле каждого дома есть зомбарь. Так, больничка. В больничку надо бы зайти. Твою мать. Вот, видите, куда вся моя удача девается. Просто пробежался рядом с зомби. При том, что она смотрела в мою сторону, но не загрелась. Вот, походу, на такие моменты вся моя удача и тратится, да? Так, крыша пустая. И сверху ни хрена. И тут ни хрена. Понятно. Ё-моё, откуда тут вода? Я думал, мне показалось. Я услышал звук воды и думаю, не, показалось. Выпить, ни хрена себе, что за потоп тут. Труба прорвала, да? Так, а что у меня кастрюлька полная-полная? Значит, не надо. Но услышал шум воды, думал, показалось. Ух ты, а тут забито все. Ух ты. Слушайте, а может ее под базу себе сделать? Ё-моё. Окна забиты, смотрите, через них не пролезть. Вход забит. Походу зомби в этой комнате ходят. Так, это что? Ничего, да? Тут только пролезть можно. И через крышу.
И здесь тоже забиты окна. Ух ты, ё-моё. Но, к сожалению, на нашем сервере в больших городах строиться нельзя. А Электро, как мы знаем, не маленький город. Все, уходим так же, как пришли. Теплая куртка с капюшоном. Но пустая. Джинсовая курточка. Тоже пустая. Наплечная кобура. Очочки. Так, это прикольно. Огорожено. Ух ты, кровосос ходит. Еще мешок. Тоже дева мешковина. Медицинская. Ух ты. А тут какой-то военный городок, да? А этого я не знал. Прикольно. И это хорошо. Надеюсь, не зря вы Электро зашли. Хотя с нашей удачей, конечно. Сомневаюсь, что мы что-то найдем. Да, пока ничего. Так, есть коробка еще изоморфов на дробовик. Ну хоть что-то. Так, тут ничего. Тут ничего. И тут, как обычно, фуражка полицейского, да? Угу. Не густо. Твою мать! Ёбаный бомбер! Ой, блядь, меня передёрнуло, пиздец. А как он нас не заметил, я не знаю. Фу, блядь. Ёб твою мать, простите. Чё, и лута здесь нет. Вот, вот куда вся моя удача девается. Теперь я понял, ребят. Теперь я все понял. Мало того, что мы у него перед носом побегали, он не заметил. Потом мы еще дверями хлопнули, и он этого тоже не заметил. Вообще нормально. Ой, блядь, тетка. Книжка, капитал. Да, ну лута нихера нет. Так, давайте пока похаваем. О, рюкзачок. Так, офисное здание. Сейчас зайдем. О, ботинки для джунглей. Да, еще и полностью черные. Это прям must have. Меняем на свои. Отлично. Еще одна кассета. Да ё-моё. Походу, сама судьба хочет, чтобы мы зашли на трейд. Столько говна нам подсовывают. Которую возьмут только на трейде. Металлическая труба. Значит, наверное, даже смысла нет идти. Так. Контейнера, контейнера. О, этот вроде открывается. Это хорошо. Пачка гвоздей. Ёб твою мать. А вот и удача подкатила. Давайте червячка выкинем. Да еще и пристиновская. Значит, гвоздей там, по идее, должно быть много. Так, а на улице темнеет уже, я смотрю. О, бутылочка с водой. Это тоже хорошо. Ого, две бутылки с водой сзади. Прикольно, но надо бы их оттуда поубрать. Слишком они меня палят. Так, слушайте, а что если попробовать... Вот, значит, теперь вместо скотча изолента. Да, можно сделать глушитель. Давайте тогда действительно сделаем из одной бутылки глушитель. И повесим на наше СВТ. Ух ты, синий глушитель, нихера себе. Что? На СВТ не вешается глушак? Да твою мать. А у меня даже нет того, на что вешается глушак, да? Прикольно. Ладно.
Так, есть на крыше что-то. Или разгрузка, или прессовский броник. Прессовский броник. Вряд ли дэмэдж, понятно. Отлично. Открытое море его. Так. Военки тут, к сожалению, нет. Давайте, наверное, здесь переночуем. А уже с рассветом продолжим поиск секретной военки. А вот и утро наступило. Давайте продолжать. Так. Эх, ничего не заспавнилось. Так, будка пустая, блин. И внутри нифига. Ладно, в Североград мы, в принципе, долутали весь. И вверх, и низ, и промку, и жилые дома. Тогда погнали в Черный искать военку. А ты там что, утопиться пошел? Зомби Иисус, да, по воде ходит? Ха, прикольно. Снова рубаха, да? Да, и снова пустая. И что это? Свитерок. Тоже пустой. О, каннабис. Прикольно. Так, есть несколько домиков. Давайте их проверим. Нам бы найти охотничий марлин. Ну или рыболовный. Так сказать, чтоб с книжечками был. Или с колючей проволокой для силков. Это было бы здорово. Тогда бы мы надолго решили проблему с едой. Удочка у нас в принципе есть, но у нас просто нет навыка. А без навыка мы можем мало что поймать. Либо поймать, но не то, что надо. Бушлат. А еще, как назло, все лопаты я оставил в схроне. Хотел положить одну, а в итоге выложил две. Да, дома пустые. Фигово. Так, корабль, кран. Пока похоже на ту военку, о которой я думаю. Но, собственно, это Черный, это порт. Там по-любому и корабль, и кран будет. Поэтому пока что это не показатель. Давайте посмотрим. Может, отсюда хоть что-то увидим. Так, ну нет, там вроде бы разрушенный корабль, а тут целый. Не, это снова не то. Хотя вон еще есть несколько кораблей. Может быть там. Не знаю, ладно. Кстати, напишите в комментариях, кому также не нравится этот звук скидывания рюкзака. Это просто пипец. Я первый раз, когда скинул, чуть не охерел. Как минимум в два раза тише надо звук сделать, слушайте. Пипец, да? Блять, словно кирпичей наложил в штаны. Зомби залутанный. Интересно, если убить такого зомби, с него что-нибудь попадает? Там тот же рюкзак, каска, что-нибудь, нет? Или тоже рандомный лут, как с любого другого? Если знаете, обязательно напишите. А то я их вроде еще ни разу не убивал. Я понял, тут бункер. Вон прямо призрак, и тут два призрака. Так, в бункер можем зайти. Ложить некуда, вот это четыре клеточки и все, жесть. Поэтому не знаю, стоит ли оно того. Бежать тут, прятаться потом некуда. С другой стороны, мы сейчас так замерзли, да? Можем погреться пойти. Ладно, не буду рисковать, у меня сегодня другие планы. Так, стоп. А вот это что такое? Как стекляшка на СЗ. Вот это как раз таки уже может быть моя военка. В любом случае, даже если ты не наша военка, то там просто обязан быть военный лут. Так, стоп. А мы тут не пройдем до нее. Фак. Можем, конечно, проплыть, а потом сможем ли мы там забраться, не знаю. Там вот потом вот так вот, вот так, вот так и туда заходить. Стоп. Военные... Танки, военные эти. Так, а может тут это как раз таки моя военка? Я помню, что там тоже на корабле вроде и танки стоят, и военные ящики. Может все же это мой корабль? Давайте подходить смотреть. Блин, сраная разгрузка. Из-за нее мерзнем. Но если я прав, то мы здесь можем быть не одни. Так что терять бдительность нельзя. Ни хрена себе. Прикольно. Ну что, похоже на что-то военное, ребят. Кучу танков. Как по мне, есть такое. Только, блин, где заход сюда? Блин,
зомби там стоит. Зараза. А еще один стоит. Так. Ну давай, Анна. Ты у нас невидимка. Да, странный заход. Мне кажется, это наша военка. Примерно как на мост смерти такая же херня была. Охотничьи штанишки. Пустые. Еще что-то, штаны карго, но пустые. Так, а тут все открыто. Блин. Так. Или заход все же. Так, вроде проползли. Отлично. КПП-ха. Проверяем сразу. Ничего, да? Жаль. Так, ну все, тут настороже надо быть. Какое-то мутное место. Фак, зомбари прямо перед нами. Но благо, Анна у нас невидимка. Я не знаю, это наша военка или нет. Честно, не знаю. Наверное, нет. Там еще какие-то здания рядом были. А их я тут не вижу. Блин. Ну, раз мы здесь, давайте хотя бы проверим лут. Может, все же что-то есть тут. Надеюсь, не зря мы сюда заходили. Так, они все закрыты. И все в воде. Значит, нам не сюда. Да, походу корабли смысла нет оплутывать. Лута совсем нет. Получается, рисковали мы зря. О. Военный контейнер открытый. Ну вот и нихера нет, понятно. Все, погнали ко второму кораблю тогда. Только по мосту я уже идти не буду. Лучше проплыву. Хотя... Что за звук? Подо мной зомби был. Вон он. Пипец. А как тут слезть сюда? Блин, тут высоковато. Ладно, аккуратно. Прости, но это нужно было сделать. Так, это что, автомобильный радиатор? Да. Да ё-моё, здесь лута нет, жесть. И здесь нет. Интересно, как синий дым влияет на зомби. Хуже они от этого нас видят или им похер? Или для них он что есть, что нет? Да, вообще нихера нет. Так, походная куртка. Но пустая.
Офигенный контейнер. Ну давай, не подведи. Пустой. И снова ничего. И снова ничего. И тут ничего. И там. И там. Куртка рабочего. Тоже пустая. Так, ну мы хотя бы вышли на эту военочку. Конечно, не ту, что я искал, но уже хоть какая-то. Где живут? Ё-моё. Только не говорите, что он декоративный, и вот здесь нихера нет. Вот не надо, пожалуйста. Чё-то пока все очень печально выглядит. Делать такой путь и ради чего? Пусто. Ай, хрень собачья. Давайте еще на всякий случай поднимемся наверх. Но это, блин, очень рискованно, конечно. Нет, нихера. Ай. Слов, короче, нет. Ладно, уходим. Погнали хотя бы в ту военочку, которую я точно знаю, что здесь есть. Медицинский термометр. Так, он нам не нужен. У нас уже есть один. Но можем проверить пока, что у нас по показателям. Везде ноль без палочки. Понятно. Так, а тут что, никакой зоны, да? Ни повышенной, ни пониженной. Так, что-то лежит. Цевьё, да, скорее всего. Приклад. Приклад. Так, вижу одного пока зомби только. Если всего один зомби, это хорошо. Это очень хорошо. Нет, два зомби. Один в шлеме, в противогазе. Ой, еще шоковая граната, отлично. Уже хорошо. Так, ух ты, универсальная поясная сумка, ну прям как у нас. Монофиолетовая какая-то. Прикольно. Не знал, что они разных цветов бывают. Это вот ни хрена, блин. И там еще черный сталкер. Капкан. Причем закрытый, смотрите-ка. Давайте его снова для кого-то поставим. Главное, чтобы он сейчас зомби не спалил. Готово. Так, тут что? Ничего. Тихонько, тихонько. Ай, больно. Все, уходим. Ну, хотя бы шоковая граната. Это уже неплохо. Это реально неплохо. Твою мать. Ну, блин, чем не подтверждение, что она невидимка у нас?
Прям явное доказательство, ребят. Ладно, народ, я на сегодня буду заканчивать. Я пока пойду лутать сам город Черногорск. А вы мне напишите в комментариях, знаете ли вы, где находится эта военка. А если не знаете, ну хотя бы предположите. Потому как у меня идей больше нет. Так что на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте оценить видео лайком или дизлайком. Ну и написать мне познавательный комментарий. Всем удачи, всем пока.